выиграл, блин, Салахов пиво поднял. Пиво не сейчас. Ладно, короче говоря, подъедут гаишники, пошлют вас на и далеко. Мужчина, ну вы тогда ГИБДД, оставьте машину. Сейчас ее оформят и все. И вы это напишите так в объяснении. Меня сюда привел навигатор. Все весело поржут над этим, понимаете? Они стоят и говорят, ну, при айфону, да. Окей, Google, как это так? Я думаю, вы вообще понимаете, о чем вы говорите? И слава Богу, Господь меня услышал, я помолилась. А как вы? Это магазинная площадка, вот парковочная площадка. Люди в магазине, где знак висит, что здесь? Определение, 1.2. Въезд запрещен, движение. Вот, въезд запрещен, движение запрещено. Вот там должен быть бордюр. Вот там должен быть бордюр, чтобы сюда машины не заезжали. А для разгрузки, погрузки, как же они будут заезжать-то? Определение тротуара вы знаете, наверное, да? Определение тротуара я знаю. Извините, Иван, по вашей логике здесь три дороги, то есть это главное второстепенное и еще одна второстепенная. А почему это? Тогда? А главное, это дублер. Это второстепенка получается, да? А мы где, да, стоим? Это не тротуар. А что это тогда? Объясните нам тогда, дурачкам, да, что это такое? Там что нарисовано? Велосипедная дорожка. Велодорожка, да. На тротуарах бывает велосипедная дорожка? Конечно. Вдоль этого она идешь. На проезжей части бывает нарисовано. Отлично. В чем разница? На проезжей части. В чем разница? Она не может быть. Она, если находится на проезжей части, она... Но она находится. Отгорожена. Не отгорожена. Она нарисована. На проезжей части, да. Нет. Она на проезжей части также бывает нарисована. Вы хотите, мы все решим здесь? Голове. Сотрудники полиции сейчас будут вызваны, и давайте разобьемся, кто прав, кто виноват. Если мы не правы, я вам пиво куплю лично. Да не надо мне ваше пиво. А что? Я не себе, я вообще не пью. Еще пиво больше будет. Это не мое пиво. Ну так отдадите им, скажите, я пиво выиграл, блин, Салахов пиво поднял. Я с пиво не связан. Всю полицию. Такую. Блядь, вон стоит 37 машин. Вы же знаете ПДД-то. Какой тротуар? Тротуар от проезжей части отделен бордюрным камнем. А это что такое? А это газон. Вы что, переучились там что ли? Или что вы там переделали-то? Куда? Мудак! Мужик, ты что делаешь? Ты что делаешь? Да ты-то что делаешь? Выходи, конечно, мы вызвали уже, она едет, видите как. К710, КХ-159. Все, правильно его. Стой, говорю, сейчас никуда не поедешь. Ты куда с места ДТП-то скрываешься? Какой ты что? ДТП, бля? Ты зачем человека сбивал? Так ты ебнул, никуда не поедешь. Никуда сейчас не поедешь. Конечно. Ты на меня наехал, ты мне ногу повреди. Ты наехал, ты липнешь на машину. Че, дурак? На тротуаре? Мужчина, вы нормально вообще? Нет. Заканчиваем базар это. Я, говорит, просто... Да, да. А что у нас здесь такое происходит? Что, на все машины кидаете? Кто кидается? Ну, смотрите, вот, к примеру... Вот этот молодой человек, подождите, он бросается, извините, что ли, под машиной? Давайте со мной поговорим, я бросался. Ну, вот я туда шел, вы на инвалида наехали, стоял мужичок. Я наехал. Да. Обратно иду, опять на какую-то аннексию накатили. Смотрите, как вы думаете, это тротуар здесь, вот это вот? Ну, здесь проезжая часть. Как вы, почему здесь знак, решили? Ну-ка, подождите, а здесь знак висит, что остановка запрещена или что? Инструктор еще. Ладно, он, ладно, вот сейчас хорошо, вот этого хорошо человека, мы ему хорошо сказали, тот начал хамить, грубить, встал позади человек, и он начал сдавать назад, его сбивать. Это все заснято на видеокамеру, понимаете?
Ну хорошо, ладно. Вы покажите документы, что вы имеете право. Сейчас, допустим, это приедут самое. Сотрудники. А, сотрудники уже приедут, давно, да? Вызвали сотрудников ДПС и будем, соответственно, здесь узнавать, что здесь. Если это тротуар, то, соответственно, будет создаваться административный протокол. Если это тротуар, у нас это здесь, тротуар. Слушайте, но, для тротуара но. Есть, допустим, прохожая часть, сколько у нас? До 2 метров. А компрос возьмем. До 2 метров. Компрос свыше возьмем. 2 метров разрешается автомобилю проезжать. Если мало ли эта часть загружена, люди едут здесь. Но здесь не поток ведь идет, правильно? Нет, ничего вот подобного. Нет. Ничего подобного. Я сам автомобилист. Сам нарушаете, да? 91-го года у меня стаж водительский. Нахера вот здесь начинают ездить люди. Вот коляска стоит. Ну ладно, а вдруг, ладно, короче говоря, подъедут гаишники, пошлют вас на и далеко. Ну, вы так зря вы думаете. Ногу трогают. Тоже полицию обращается. Что меня еще вызывает? Шейкин, да? Он делал обращение, но вы бездействуете, как обычно. Вот к чему это приводит. Да. Что? Вы бездействуете, потому что прошло около часа, и наряда нет. Вы доводите до этой ситуации. Или намеренно, или не знаю, или то, что вы такие. Вам лечиться надо, наверное. Кусай за хуй, злее будешь, меня не забудешь, блядь. Вот неадекватный водитель, который дважды наехал на Ивана и сегодня трижды. Мало того, что по тротуару, так еще и по газону. Прямо пешеходную дорожку. Что говорят? Где знак? Вот приехали. Вот и мужчина как раз приехал на ниссанчике. Молодец. Отлично. Это тротуар. Задним входом. Массовая. И ваша тоже. А? И ваша тоже. Что? Найти парковочное место и пройти. По тротуару ездить нельзя. Лишение там? В смысле лишение? Ну, лишение права управления транспортом. Ежедневно парковка на тротуаре в течение уже 3 месяцев.
Я первый раз сегодня встала. Ну, девушка, есть правила дорожного движения, когда говорят, что парковка контрактная. Вы же права же сдавали. Я понимаю, что все так ставят. Ну, вы же... Серьезно, первый раз приехала. Эвакуируют их вот на этот на тележке раз и все и, да. У вас машина там? Да? Нет. Нет, ну. Мне просто интересно. Там они пришли. Да люди не видят. Глаза здесь же нет же знаков. А какие знаки тут вам нужны? Да подожди. Сотрудник полиции есть, он грамотный, он объяснит человеку. Он же все равно не поверит. Мы хоть ему сейчас тут, не знаю, целую лекцию прочитаем. Здесь хотя бы остановка какая-нибудь запрещена была. Ну, не ставится, на тротуарах. Ни знака тротуара нет, ни знаков не ставится. Вот он поехал на него прямо. Задом сдавал. Да, все, он прямо едет на него. А он ему кричал, ты что делаешь? Да вот Леон, вот Леон. Вот. Человек двигался, ему кричали, что наезжаешь на пешехода, стучали по машине. Мы ему предупредили, да? Он выскочил. Проехать не давали, он говорит, дайте проехать. Не отойдите от машины, кучу раз. Отойдите, пожалуйста. Нет, так вы давайте ему по очереди, чтобы это не было базаром. Сейчас он даст пояснение, вы даст свои, и все. Не надо вашу заяву в дублончик. Конечно, сейчас напишите, сотрудник полиции здесь. Здравствуйте, кстати. Как ваши дела? Все хорошо? Что-то провокационные вопросы. Почему? Как дела? Задаешь. Как дела? Сотрудник ДПС даже это. Он представился один, нет? Представился. Суслов. Суслов, да, Суслов. Что-то тоже ты его. Он наезд в этом месте. Вы как? У меня ребро сломано. К этому отношению, к этому еще гражданин отношения не имеет, но будет его выполнить. У меня ребро, у меня маленькое. Ты на полочек приехали? Нет, следующий, пожалуйста. Полиция, а вот чтобы нам разногласие исключить, вот это является тротуаром? Он же сказал. Я не слышал просто. Я сказал, что тротуар. Тротуаром является, да, сотрудник полиции? Да, пока, знание. Ну просто да, нет, и все, это же простой вопрос. Да, тротуаром. Все понятно, спасибо. Не, пусть встанет, пусть кто-нибудь встанет. Вон там еще. Что делать? Большая с камерами. Собака с милицией приехала. Сотрудник полиции, массовое нарушение. Внимание, обратите. А, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Массовое нарушение, можете меры принять? Он и вас на таран идет прямо. Зачем ездить по тротуару, молодой человек? А вы как сюда проехали, мужчина? Ты нас навигатор привел. Серьезно? Ну, есть такой анекдот про блондинку и навигатор. Я не буду рассказывать его. Но есть такой анекдот. Можете остановиться, хотите, пожалуйста.
Я говорю, все здесь мужчины. Вообще здесь запускают. Нет, нам не нужен скандал, мы вам обратились. Я все понимаю ваше управление. Все. Всего доброго. Я не спорю, да. Я где-то здесь, я проехать здесь могу. Задним ходом. Только задним ходом. Ну, можете и лучше еще пристегнуться. Мужчина, ну вы это дал ГИБДД, оставьте машину. Сейчас ее оформят и все, и вы это напишите так в объяснении. Меня сюда привел навигатор. Все весело поржут над этим, понимаете? Я разворачиваю. Как я задом поеду, что ли? Может, ну, задом умеют люди ездить. Я не умею. Полезу. А вот грубить не надо. Я не умею. Я разворачиваю. Вы сейчас наезд делаете на меня? Я вас не заставлял мужчину покупать. Знаки, покажите, где знаки. Какие знаки должны быть? Правила дорожного движения. Покажите, где знаки. Пойдемте к сотруднику, подойдем. Так вы мне объясните. Мы вам объясняем. Согласно правилам дорожного движения, запрещено двигаться и парковаться на тротуаре. Что где? Согласно пункту 1.2 ПДД, термин тротуар, отделенный от проезжей части бордюром или газоном. Также есть наличие велосипедной дорожки. Говорит о том, что это тротуар. Ну, вот там, мы сейчас уточнили этот вопрос сотрудника ДПС, он с нами полностью согласен, оформляют. Там надо кирпич ставить. Кирпич это вообще... Не ставится. Ну, по вашей логике получается, везде стоят кирпичи около каждого тротуара. Но это же абсурд, сами понимаете. Нет. Я понять не могу. Объясните мне одну суть. Всегда ставили тут машины, сейчас нельзя. Всегда. Ну что, у дворца Гагарина ставили, знаете, раньше машины? Сейчас там сделали парковку. Да, так всего. Вот, все вот так и руками всего, машете. Всего хорошего. А чтобы открыть, почитать, никто не хочет. Дайте кто-нибудь. Все, да, вот. Это тоже у нас. Конечно, это же все тротуар. Вот люди гуляют с колясками. Почему они должны бегать от ваших машин-то? Сотрудник полиции. Эвакуации подлежат транспортные средства? Будут эвакуированы, да? Конечно. Все, спасибо. Как вас зовут? Не представились просто. Спектр ДПС, там полиция Кручак. Кручак. А, мы с вами как-то пересекались, по-моему, где-то уже. Уголургии, да. Видите, сейчас там как красота Уголургии? Да. Благодаря нашим с вами усилиями. Господи. Ладно, всего хорошего. Объяснение дают? Его сейчас повезут. Что? Его сейчас повезут. На скорой закапать глаза. Какое объявление? Кошмар. А? Орут и ходят и орут, что беспредел здесь. Конечно, беспредел. Я говорю, конечно, беспредел. Кто тротуары гоняет? А это вот черт, тетка, доказывает. А нас ее машина со стороны эвакуирует. А. Не нарушайте правила дорожного движения. Все. А кто его нарушал? Ну кто его нарушал-то, это правило дорожного движения? Ну машину поставили. Машина стояла ведь. Ну поставили на тротуаре машину, нельзя же. На каком тротуаре-то? Ну там тротуар. Она сколько лет стояла, и никто у нас, никто ее не вывозил, а здесь надо же. Ну, вот видите как. Ну правильно, деньги-то надо зарабатывать. Да. Конечно. Все. Все мало. Полицейский тут. Суслов-то? Ой, как он Суслов-то? Да, а ладно, это тихушник. Тихушник? Они с Мазоки на месте Мишу крутили по 19 лет. А, ну он это самое, на него-то. Вы, говорит, ехали на него, наезжали? Нет, не наезжал. Специально наезжали? Я не наезжал на него. Я же видел видео. О, вот это вот товарищ? Да. Полицейский, скажите, а вот этого привлекли, товарищ? А? Привлекли, товарищ, этого, нет? Водитель у вас? Водитель, что ли? А? Сейчас он увидит. Не надо.
Я ему предупредил, что он едет по тротуару, он оттуда пытался ехать. Вы мне скажите. Потом отсюда заехал. Будьте добры. Я понимаю, подождите. Я с вами не ругался. Надо видео, я буду видео. Нет, сотрудник полиции, он же нарушает ПДД, машина стоит на тротуаре. К ответственности будет привлекать, да или нет? Все. Все, никаких вопросов. Но я уезжаю. Нет, документы сначала, потом поедете. Чего долго разговаривать? Есть же... Он, видите, еще без документов хотел уехать. Он сейчас не вернется, мне кажется. Дверные проемы-то проклеиваются на автомобилях, которые эвакуируются. Кстати, да, надо же это... А почему? Пломбировать надо. Нам подписали, но он напишет. А, ну вы с суверенным рапортом укажете, да, что... Нет, понятно, что напишет. Хорошо. А кто у них старший по эвакуации? К кому обратиться? Вот я их вижу тут. В машине? Я старший. Нет, ну кто служба эвакуации? Не знаю, кто. Не знаете. Он подъехал? Я отсюда заехал. Угу. Ты еще сказал, что он подъехал. Сюда. Права? Как это называется? Так нарушаете закон Пермского края, да. Обязаны... Но он сказал, что рапорт напишет. Здравствуйте, добро пожаловать на ДВА. Ты куда едешь-то? Подойдите к полиции. Нет. Я стою на тротуаре. Вы людям с коляской так же скажете? Сейчас едете. Все понимаю, дайте отъехать. Ну вам же сказал сотрудник полиции, куда проехать. Да вон туда я хочу. Хотите машину поцарапать? Да, задним ходом будете сдавать. На каком основании носите... Я на тротуаре. Вас ждем. Такие вопросы нужно. На каком основании вы стоите? Приехали уже. Вы можете к сотруднику полиции подъехать, чтобы документы предоставить. Здесь на два. Пожалуйста. А то я звонила, никто никак не едут. Вот такие самые умные, говорят, что можно ездить. Можешь сказать пару слов по этой теме? По этой теме? Обращались раньше куда-то? Да, я звонила в ДПС. Угу. Я обращалась непосредственно в эти организации. Здесь выходят, говорила, что здесь нельзя ставить. А это сотрудники, да? Здесь я не знаю, здесь половина сотрудников, половина учатся. Они говорят мне, вы понимаете, здесь есть велосипедная дорожка, и значит здесь можно ездить. Я говорю, как сдавали права, вы можете зайти в ГАИ и сдать их обратно, потому что вы не знаете правил дорожного движения. Они стоят и говорят, например, айфону, да, окей, Google, как это так? Я говорю, вы вообще понимаете, о чем вы говорите? И слава Богу, Господь меня услышал, я помолилась. Вот, пожалуйста. Так они еще идут, ты идешь по тротуару, они тебе еще сигналят. Да, да.
Тут мужчина приезжал. Большая парковка, то есть без проблем. То есть я точно так же паркуюсь там. Мужчина приезжал. Говорю, как здесь оказались? Он говорит, меня совел сюда эвакуатор. Этот эвакуатор, говорю. Навигатор. Я говорю, а ну а. Понимание тут уже. Да. Навигатор завел. Да, вот я очень благодарна. Даже элементарно. Вы услышали вашу мнение. Не, а вы подключение не будете, да? Ну мы просто активные граждане, которые боремся вот с такими ситуациями, вы которые... в столице тоже бываете, да? Это мы, да? Это мы и были там, да, да? В столице, да. Там что-то 59... Регион 159. Да, да, регион 159. Но... У меня муж смотрит себе. Угу. Ну да, это мы. Это мы, да? Это мы, да. Ну, здесь, вы понимаете, завтра будет 9 и будет то же самое. То же самое, да. Да, то есть если у вас есть возможность... Вот эти полусферы, которые здесь вот стоят, они, по идее, должны вот там стоять. Это понятно. Есть, да. Мне кажется, что они там и были, их просто кто-то передвинул. Ну, здесь наверное. И люди не понимают, они едут в магнит, они не объезжают. Угу. А вы как узнали про эту ситуацию? Мимо проезжали, увидели. Да? Да. Потому что, ну, сколько вот я 2 недели здесь учусь, и я каждый раз говорю об этом, и ноль эмоций. И видите, еще получается, даже когда в ГАИ звонишь, где эвакуаторы, они работают до 6 часов. И все, говорят, после 6 мы с вами не будем разговаривать. Ну, поэтому надо с утра звонить. Мы точно так же боролись на Малышево у семьи. Угу. Ну, все, сейчас там как бы... Там даже переделали Малышево. Все восстановили, да? Да, но ну, все равно там бывают такие залетные, которые стоят. Мы каждый раз звонили. Я приезжала на работу и каждый раз туда звонила, чтобы убирали. А вы у кита бываете на Ушинского? Нет, это не ваше? Нет, не то, что не наше, просто, как сказать, не поступала информация. Когда поступает информация, там как бы мы... где кит? Да? Mm-hmm. Вот кит. Ну, я просто вот так уже образом. И там есть такое место, и там очень много тоже машин. Очень много. Там даже там приехать очень плохо. Ну, таких очень много мест в городе. Да, да. Так что ну, здесь это, мы берем как бы такие самые напряженные участки, где есть массовое нарушение, как вот здесь. Mm-hmm. Здесь, ну, здесь каждую минуту что-то происходит. Да, вот. И я точно так же руководителям этих организаций говорила. Вы каждый раз с каждой группой разговариваете. Элементарно, они вас курят у входа. Идите на часик и снова будет такая. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего хорошего. Интересно, сотрудник полиции как-то отреагирует, не отреагирует? Ну, не занят. Ну-ка, да. Кому-то повезло сегодня. Здравствуйте. Вы из Пермской дирекции дорожного движения, да, мужчина? Машины просто не пломбируете. Жалобу у вас составил. Имейте в виду, нарушаете закон Пермского края. 142.к. Только что посмотрел. Обязаны машину пломбировать. Опечатывать, если правильно выразиться. Обязаны. А? Обязаны. Нет, а кто перевозит? А, вот именно кто на машине получается? Документы. То есть водитель получается, правильно я понимаю? Документы в машине. Ну хорошо, значит разберусь. Как я туда поеду, у меня машины нет. Здесь где раньше спрашивают? Раньше так делали, жаловались. Они могут на что угодно жаловаться. Зайдите, в Москве знаете, как делают сейчас? Вообще, типа стричь пленкой по кругу ходят? Нет, я образно говорю. То есть получается, здесь в эвакуации участвуют 3 сотрудники полиции, вы, пермская дирекция, и еще... И перевозчики, да, правильно? Точно. Все понятно. Да, вы? Показывают, а при чем здесь дубальгист? Понимаете? В смысле? Я сейчас вам здесь через 10. Девушка, не надо ориентироваться. Есть правила дорожного движения, не дубальгист. Вы как права сдавали? Вы не по дубальгизму ориентируетесь. Один сказал по навигатору, меня сюда навигатор привел. Он тоже прав получается? Ну а как почему нет? Ну потому как что есть термин, что такое? Не ставится на тротуарах, запрещают. Не ставится, только нельзя за что-то стоит знак кирпич. Девушка, да, вот, вот сотрудник полиции, вон. Вы на сторону... Если бы он стоял, я бы сюда не заехал. А как ты это сделал? Все, там началось опять. Когда водитель газанул, он тебя зацепил чем-то, нет? Он меня... Там дверь у него была, по-моему, открыта. И когда он ехал, ну как бы, ну было касание, удар небольшой. Сейчас в двор пойдете, сейчас с двора машину собрали? Нет, там уже собрали. Собрали машину.
Мы-то никуда не идем. Это вот была пермская дирекция. Они проехали сначала там, потом сюда приехали. Просто у меня машина во дворе стоит. Но не на тротуаре. Не на тротуаре, но есть. Машине только. Я правил знаю. Ну, вот, все туда. Чем, что волноваться? То, что у вас машина, вы знаете, как я знаю. Просто сейчас делают машины, еще там создают машины без дворов. Я это знаю, я это слышал. Не машины без дворов, а дома без парковок для машин. Вы это имели в виду, правильно я понимаю? Может быть, возможно. Mm-hmm. Поэтому и спрашиваю, потому что мне позвонили и сказали, машины забирают. Я пришел в двор, у меня машина стоит, а... Не, забрали я только те, кто грубо, явно стоял на тротуаре. Я заинтересован то, что... Вы меня снимаете? Конечно, записи. А но имею право, являюсь журналистом. Чего? Издание «Росдержава». Покажите мне удостоверение, пожалуйста. Обязан я? Ну, почему? А я у вас просто спрашиваю. Не, ну, действительно, я обязан. Просто я... Ну, вот я и поэтому да. спрашиваю. Нет, ну вы-то не знали об этом, что я обязан. Почему я не знал, что я... Я думаю, ты не смотрю YouTube, что ли? А, ну хорошо. Ну тогда ладно. Я не скрываюсь, пожалуйста. Что каждого спрашивают, я поэтому и спрашиваю. Я кипиш не начинаю, мне вообще плевать, что там делается. Все прекрасно. Мне плевать, что там творится. Меня интересует то, что у меня во дворе. Ну это ваш дом же получается? То, что это... Нет, мой дом как раз находится за этим домом. А, не этот дом, ну тогда да. Ну что, друзья, товарищи, наконец-то... Спустя сколько? 2 часа, как мы сюда пришли. Наш тротуар стал свободным. Да, тротуар стал свободным. Ни одной машины на нем нет. Люди спокойно ходят. Дети катаются. Не опасаясь за свое здоровье. Короче, я хочу сказать так, что мы нашли еще одно очень напряженное место. Это Стахановская, 18. Поэтому... И Стахановская, 4 там дальше. И 4 еще, да. Так что мы сюда, я думаю, еще придем. Мы сюда еще придем, ждите нас. Да. С тобой все нормально? У тебя все? Берегите себя, своих близких и свои деньги. Не вкладывайте их в компанию ЦАФТ. Началось. Все, пока.